Тань, с победой. Как тебе сегодняшний матч? Спасибо. Ну, положительно, мы выиграли. Чем он отличался от первого? Наверное, мы создали больше моментов для победы. Все, наверное, только этим. Ну, какие-то были коррективы внесены тренерским штабом после первого матча? Да, конечно, мы разбирали соперника, разобрали свои ошибки после первой игры и поняли, как нужно действовать. И все принесли сегодня на поле. Ты была не очень довольна, да, своей игрой в первом матче? Да, в первом матче, да. Согласна. Сегодня все-таки у тебя лучше получилось, и более того, ты забила дебютный гол. Расскажи, как это случилось. Да там вроде пошла передача на Бизио, и на нее все отвлеклись, думали, что фол, на меня выкатился мяч, а я уже использовала момент. Била зряче? Зряче, конечно. Все, идеально полетело, как хотел. Когда поверила, что сегодня победим? Когда поверила? Да. Когда забили второй мяч. Подведи итоги сборов. Ну, положительные сборы. Выиграли вторую игру. На победной ноте уходим на большой период времени. Да, там через 3 месяца только встретимся. Так что положительно.